Глава муниципалитета Андрей Иванов вручил паспорта 10 юным жителям Одинцова. Ребята признавались, что с нетерпением ждали этого события. Марина давно хочет пойти на работу, зарабатывать деньги и помогать маме. Торжественная обстановка помогла прочувствовать значимость события. Во-первых, хотелось бы отметить, что это безумно приятно все-таки получать его здесь. Здесь очень приятная атмосфера. Этот день был ожидаем. Школьникам вручили подарочное издание книги «История государства российского» Карамзина. Важно оставаться настоящими патриотами и законопослушными гражданами, напутствовал глава округа. Паспорт – это такой символ, когда у вас действительно по-настоящему появляется уже взрослая жизнь, но и такая же взрослая ответственность. Помимо новых дополнительных возможностей, прав, паспорт дает, конечно, и особую ответственность. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».